Аплодируйте, аплодируйте, аплодируйте. Все в том, что здесь, в Эдмехе, так же, как и во всех высших учебных заведениях, есть свой студсовет. Я знаю, что ребята из студсовета присутствуют здесь, но на сцену я хочу пригласить Викторию. Виктория Макурова. Она председатель студенческого совета нашего университета. Виктория. Здравствуйте, дорогие теперь уже студенты. Поздравляю вас от имени всех студентов и студенческого совета с началом учебного года и началом одного из самых важных этапов вашей жизни. Вы стали студентами. В общем-то, многие знают о том, что Санкт-Петербург является одним из самых молодежных городов мира. 5 из 10 человек являются представителями молодого поколения в возрасте от 14 до 30 лет. И количество студентов в нашем городе более 150 тысяч. Вы только подумайте, сколько. И все мы можем реализовать себя в этом городе так, как мы считаем нужным. Не только учиться, но и развиваться в культурной деятельности, спортивной, в общественной, в любой. Я хочу вам пожелать не терять себя, развиваться, не терять время, и чтобы у вас все было хорошо. А сейчас попрошу всех встать и принять клятву студентов. После моих слов «клянусь», вы повторяете хором «клянусь». Договорились? Посмотрим. Не слышу. А давайте еще по стране скажем. Слушайте мою клятву и будьте свидетелями моего обета. Сентябрь собирается и начинается мое обучение. Оно не окончится до самого получения диплома о высшем профессиональном образовании и присвоения мне квалификации соответствующей программе обучения. Я, первокурсник Балтийского государственного технического университета Военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова, еще никогда не спавший на лекциях, не знающий, что такое интеграл, и что такое первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая теоремы Каши, не изучавший латынь, не знающий методов экономического анализа, пришедший сюда учиться перед лицом ректора, деканов, а также старших товарищей, торжественно клянусь. Быть умным и добросовестным студентом или казаться таким. Писать шпаргалки на бумаге и от руки, а не фотографировать, ибо это аморально. До последнего шарика в шариковой ручке, до сворачивания ушей в трубочку, до измозоливания мизинца на ноге, конспектировать все, что вижу, обоняю и осязаю. Клянусь. Приложить все свои усилия и умения, чтобы стать профессионалом выбранной области знаний. Повышать не только образовательный, но и культурный уровень своего развития. Не быть равнодушным и черствым, сохранять, но не распускать эмоции. Клянусь. Нести века и прославлять славное имя Военмеха. Накапливать, сохранять и приумножать нравственные, культурные и научные традиции родного университета. Клянусь. Честью и достоинством продолжать дела наших старших товарищей. Обещаем своим трудом способствовать экономическому и научному процветанию России и нашего города. Клянусь и троекратное. Поздравляю вас всех еще раз с началом учебного года. Виктория, задержитесь минуточку, потому что действительно, уважаемые студенты,